Так, 2 сентября 2020 год, Харьков, 22.18 по Киеву. Полнолуние у нас, но у вас тоже. Не идеально чистое небо, совершенно четкая дымка из-за жуткой, дичайшей. Неправдоподобно для 2 сентября жары в 35 градусов. Но тем не менее не смог я себя заставить после смены лечь спать. Вот он, наш красавец, снизу появился Аристарх. Заставить себя лечь отдыхать. Решил все-таки поснимать, но это же красиво. Сейчас будет Сатурн, Юпитер и Марс. Да начнем все же с Луны, потому как такой повод. И дымка, и ветерок поднимается, но вот так красиво. В общем-то, полнолуние, сам факт полнолуния был сегодня в 5. Плюс 3 часа получается 8 утра по Киеву. То есть мы уже наблюдаем сейчас вот эту линию, это линия терминатора, линия вечернего терминатора. То есть до полнолуния линия встречи света и тени — это утренний терминатор, после полнолуния вечерний терминатор. Милости прошу к нашему шалашу. Так, ладно. Смотри, кратер Платон тоже красивенький, аккуратненький, кругленький. Хорошо, пошли пока снимем. Уже скрывающийся за горизонтом. Ну, то есть направляющийся к горизонту Юпитер. Сейчас и Сатурн уже должен, только что в комментариях писали мне снять Сатурн под утро, когда кольца направлены вниз. Но уже не обязательно под утро. Они вниз будут направлены уже через часик. А вот уже сейчас направлено, сейчас посмотрим. Ну вот спутники Юпитера уже совершенно четко направлены вниз. И стремятся спрятаться за горизонт. Ну, в нашем случае за здание на Северной Златой. Да, Ио сейчас как раз за Юпитером, так сейчас попробую резкость найти. Безуспешно. Ио прямо за Юпитером, рядом с Юпитером справа и ниже. Даже не вижу никаких на экранчике спутников. Да, дымка сильнее, чем
Даже вечером было. Ну хорошо. Поехали тогда. Глянем, как там кольца Сатурна расположены. И к Марсу еще успеем заскочить. Ну, параллельно Земле все еще тут даже, по-моему, начинают клониться колечки. Долу. Ой, как плохо все видно, резкости никакой. Да, ну дымка была такая плотная, что местами по небу вроде синее, голубое небо, но ты смотришь, оно сизое. И местами даже создавалось впечатление, что облако сплошное. Не сплошное синее небо. Ну вот видно, что даже по экрану все ниже и ниже Сатурн опускается. Хорошо, пошли к Марсу. А потом к Луне и на том закончим. Первый дубль, по крайней мере. Так, ниже Луны это фонари Салтовского депо. А Марс вот это. До Юпитера у нас 668 миллионов километров сегодня. До Сатурна 1 385 миллионов километров, до Луны 398 тысяч километров и до Марса 73 миллиона километров.